Вся игра. Террария. За 3 минуты. Внимание, возможно спойлеры. В случае противопоказаний рекомендуется обратиться к специалисту. Террария с модами. Новый персонаж. Создание багряного мира. Ребята, приключений час. Первое дерево. Грибочки. Ой, какой слизи негодяй. Верстачок. А с этим мы теперь и повоюем. Ух ты, кактус. Броня, которая не любит обнимашки. А вот и первая смерть. Новый домик для жителя. Лук и стрелы. Ух ты, звездочка. Ух ты, а что это тут у нас? Теперь у нас будет больше жизней. Бздынь. Восходит кровавая луна. Больше домиков. Тук-тук. А можно без стука? Сердечко. Мой первый огнестрел. Воздушная арена в воздухе. Сражение с большим глазиком. Моя первая победа над глазом Ктулху. Воздушная арена в багряной пещерке. И еще одно сердце. Время большого мозга. Победа над мозгом Ктулху. Армия гоблинов пришла к нам без стука. Но я же просто поздороваться хотел. Победа над скелетроном. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Время исследовать подземелье. Призыв гигантской версии бз-бз. Первая победа над королевой пчел. Путешествие в недра ада. Постройка гигантской железной дороги. Призыв, после которого назад дороги нет. Победа на стеной плоти и переход на хардмод. Ломание алтарей. И спасибо за рыбу. Лутбоксы всегда будут актуальны. Мои маленькие миленькие крылышки. Сражение с мимиками. Штурмовой лук Дедала. Призыв первого механического засранца. Первое механическое убийство. Призыв двух роботизированных глазиков. И второе механическое убийство. Призыв металлического скелета. Победа над всеми механическими боссами. По уши в грязи для поиска хлорофита. Постройка арены выращивания цветочка. Нахождение бутона совсем в другом месте. Сражение с колючим цветочком. Безоговорочная победа над пантерой. Открытие храма джунглей. Создание хлорофитовой брони. Пока никто не видит воровство призывалочки. Использование призывалки в корыстных целях. Легчайшая победа над големом. Начало марсианского вторжения. Нахождение ключа от космического автомобиля. Уи! Ну здравствуйте, мистер Гриб. А можно с вами пообщаться? О, а что это тут синенькое? Как-то рано поутру вызываем сатану. Победа над культистым лунатиком. Башня звездной пыли. Башня солнца. Башня в вихре. Башня розового ДНК. Неожиданное и вероломное нападение злого волосатого дядьки. Последнее убийство последнего босса. Один игрок, один персонаж и всего 9 часов игры.